Для получения новой миграционной карты с целью продления срока своего пребывания в России 30-летний мужчина решил действовать по излюбленной иностранцами схеме. Без выезда на родину и с минимальными затратами отправиться в Республику Абхазия. Однако уроженец Азии не рассчитывал, что заранее совершенные им административные правонарушения вернутся в Россию, куда он приехал из Таджикистана, чтобы поправить бюджет своей многодетной семьи, он не сможет. Сотрудники пограничного контроля предупредили мужчину об уголовной ответственности за попытку пересечь границу вне пункта пропуска и рекомендовали обратиться в дипломатическое представительство своего государства. Там ему организовали бы разовый пропуск для транзитного проезда по территории России. Чем злоумышленнику не приглянулись законные пути решения своей проблемы, неясно. Но утром следующего дня он переплыл реку Псоу и уже на российском берегу был задержан тревожной группой ближайшего подразделения пограничного управления ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Мужчина заключен под стражу.